Возле нашего монастыря жила раба Божия Мария. Женщина она была благочестивая, посты соблюдала, Евангелие читала, каждое воскресенье и праздник в храме. Был у нее сосед Васятка, мальчик-сирота, жил с папкой. Мать верующая у него была, в церковь его ходить приучила, да померла. Как-то раз с Марией и Васяткой такая история приключилась. Подайте Христа ради, подайте Христа ради. Спасибо, Господи. Спасите меня. Подайте Христа ради. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Придет, тебе и придет. Добрая ты, денежку дала, вот тебе и придет. Ко мне? Кто придет? Христос, Спаситель наш, тебе и придет. Жди. Ах ты, ах! Ты, Господи, ты, Боже мой, спасу от тебя нет. Ну, вот погоди, придет Христос, он тебя устроит. Так это правда? Придет, придет, жди. Ой, Господи, пойду. Христос придет! Папа, просыпайся! Тихо. Напекла. О, вкуснятина. Вкусно? Вкусно.
А ты чего сегодня в церковь не ходила? Папа приходил. Трезвый? Да, трезвый. А мой опять пьяный. Так ты выйдешь? Не могу я, дело важное. Ну ладно, тогда я к Никитке пойду. Пока. Чего, больно? Угу. Хулиганье. Ох. Была б жива Наталья, слезами помылась. Да ну ее вообще. Пойдем, умоешься. Пошли. Скажи, нормально. Кушать хочешь? Угу. Драники. Кушай. Других чё ли нету? Mm-mm. На, примерь. Хлеба купила, не бутылку. На водку хватило, а? И не стыдно тебе? Здоровый мужик. А ходишь, попрошайничаешь, а? Да не берут меня на работу. Инвалид я. А если ты инвалид, так тебе положена пенсия по инвалидности. Знаешь, что инвалид? А ты бы вот сходил в церковь. Помолился бы Богу, так тебе бы Бог и помог, вот. А то что это, залил глаза и попрошайничаешь, эх ты. Знаешь что? Так вот в следующий раз подумай, что лучше, выпить или поесть.
Фу! Люди добрые, покормите, все, ради бога! Иди! Пропился я совсем! Папа, просыпайся! Ой, спасибо, спасибо, сынок. Ты еще не родилась, а я уже ходил. Люди добрые, покормите. Ну как ботинки? Опа, эй. Эй, эй, эй. Люди добрые, покормите, ради бога. Дядька, ты пацана не видал? Да не видал, погоди ты, мальчик. Да покормите, дайте хоть чего-нибудь. А, пропился я совсем. Дайте хоть чего-нибудь пожрать. Дядя, заходите, наша дверь первая направо. Чайку попьем, да картошечка есть. Чего? Да заходите, говорю, наша дверь первая направо. Иду, иду, жди меня, мальчик, жди, дорогой, иду. Ай, молодец, спасибо тебе, сынок. О, Господи, ходят тут всякие. А кого ждешь-то? Не пропустишь? Господи, молю тебя, когда зайдешь к Марии, загляни к нам с папкой. Ладно? О, опять мужика из дому выгнали. Детей понарожают, потом мучают их. Ты о себе не думаешь, так о ребенке подумай! Ишь, на дождь выскочила! Иди домой! Thank you.
А мой папка мамку и пальцем не тронул. И куда вы теперь? Промокните тут. Вот-вот дождь начнется. Малой еще заболеет. А пойдемте к нам. Пойдемте. Да не бойтесь, идемте. Может, я вам лучше чаю сделаю? Это он с горя. Так я хочу у Христа попросить, чтобы он мамку отпустил. И та ему все рассказала. И было все как раньше. Вот эту икону мама мне купила, когда мы в церковь ходили. Это Христос или Спаситель. Мама сейчас у него. Мне батюшка сказал, что ей очень там хорошо. А соседки наши блаженная сказала, что к ней сегодня Спаситель придет. Так я тоже его жду. Хочу попросить, чтобы он мамку отпустил. И все было как раньше. Спасибо, Васенька. Кажется, дождик закончился. А как же чай? Спасибо, мы пойдем. Да куда вы пойдете? Оставайтесь, ночь на дворе. А утром пойдете, оставайтесь, ляжете на мою кровать. Вы не бойтесь. Папка у меня хороший. Честно, это он с горя. Ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеку любви, к творящему много сыновей и братьям, охотникам нашим, даруй яшек и спасение. Тут
Это кто? Завязывать надо. Парень где? Хороший, вот так. Сейчас пойдем, мы хорошие. Так, вот сейчас, мозаика, кроватку. Заснули на окошке-то прямо. Господи, боже мой. А, все, Господи, прости меня. Прости меня, Господи, все. Господи, ой, а я ж тебя днем ждала. Так я к тебе 3 раза приходил, за твое старание я тебе явился, а ты 3 меня прогнала. Когда, Господи? А мальчонку помнишь, что просил тебя от хулиганов защитить? Следил уже мне. Ах ты, поросенок! Помню. О, ты, так это ты был? Господи, прости меня. Я не признала. А, ну, а второй-то раз когда? А бомжа пропоицу помнишь? Тьфу ты, пьянь! Все, иди. Помню. Так это ты был? Господи, я и подумать не могла. А Евангелие читаешь? Читаю. Читаю, Господи. Каждый день главы из Евангелия и 2. Из посланий? Так неужели не читала там? Наг был, и вы одели меня. Жаждал, и вы напоили меня. Алкал, и вы напитали меня. От Матфея, глава 25. Господи, ну а третий-то раз когда? Ну а женщину с ребенком помнишь? Ишь на дождь выскочила! Иди домой! Было. Так это я со своей пречистой матерью был. Господи, прости меня грешную. Не признала. А Васятка меня приютил и 3 принял. Хоть ты и Евангелие вдоль и поперек изучила, и постишься, и молитвы читаешь, нет тебе в том никакой пользы. Неужели не читала ты, что теперь пребывают сии 3? Вера, надежда, любовь. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Господи, прости ты меня грешную. Не признала. Теперь прибывают сии 3. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
притча мудрость дела, да душа-то суха, хоть тоскует порой по нездешнему. Я стою, как мытарь, повторяю, как стар, Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. У кого-то успех, где в довольстве утех, эти святы по облику внешнему. Я стою хуже всех, на душе только грех. Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. Добрых нет за мной дел, мой плачевен удел, страшный суд и ко аду кромешному. Но твержу, пока цел, то, что б сердцем хотел, Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному.